Побафом, побафом, паладин есть, значит, пом-пом-пом. Калк, каски бафа, и пайпер, кресты, маша, клоки. Так что ты не хочешь про товары? Давай про товары. Ну я только на болтаре разве что. Вот просто не очень удобные Reddit. Ну как, типа, моим удобно, потому что у меня там все расставлено, а тут надо еще доделывать. Что тут Reddit-то? Ну тоже верно. Чарж, боишь покинуть тело. Вот и все. А че Reddit-то я? Кулаки. Давайте, пас там. Чтоб пацан там с магазина не успел вернуться. Хороший мотиватор. Давай, теперь уже можно пулять трэш. Там два бека танца, так что напуливайте на них. У нас два ханта, рога. Да, ауры, распределите сами. Ну а тут была прота, третья и огонь, и тьма. То по-братски выберите этот сосредоточек из полов. А, его убрали. Типа галстук на Халионе, когда Маша поставишь на Халиона третью, во тьму. А нет, свет. Ладно, позже скажу. Гол психопанкс в толпу, а атма вытянешь. Дайте каску. Махайте паладины пока. Калк тут? Сука, сова, ты наркоман, что ли, блядь? Контролит, контролит. Бей в кулак по хентам паладин. Бафы прям сейчас раздаете, больше бафов на трэш быстрее убьем трэш. Пробудители приоритетом заливайте. То чё, бафа, дай мне, пожалуйста, список, я поем, буду хуярить. Бафа, у тебя есть кулак. Здесь на тебя крестик висит. Где он висит? Паладином играть это одновременно и удовольствие, и боль. И действуй что. Зачем тебе три сильных креста, все равно с гадюкой бьешь. КП я сейчас рефу ману, блядь. Маги, дайте маны. Стол дайте. Я поставлю. Во-первых, давай гимн на ману. Гни на стол. Гни на стол. Пук тоже отдай. Гимн на ману, все равно откадешь. Точно так же, давайте только далеко не уходить туда. Мне нужна помощь. Командир, отяни. Твоя сила на исходе, древнейшая. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Thank you.
Последние три моба давайте зальем. Потом пойдем сначала болтара, короче, кликнем. А чтобы они не ливали с рейда, если что, да? Ну, вообще, типа, блин, бывают такие рейды, ну, я, конечно, понимаю, что такие наши, хотя фиг знает. Где, типа, болтара убить не могут, и, допустим, убив Савиана, они уже повесили КД. А так, не убили болтара и разошлись. Ну, странная логика, но... Кто-то убивает его, потому что он да ближе. Это шляпа, я вообще могу прийти в РС-ку и убить сначала генерала, блядь. Ты туда не зайдешь, лол. Ну только багами какими-то может. Я, кстати, думал об этом, почему, типа... Почему генерал... Чтобы прийти в РС и убить сначала Халиому. Да, давайте... Так, я спрятнусь тоже в танка. Не убегайте никуда, рыба есть у кого? Ты пристабав лапу. Дайте столик мне. Ты не давал слайд, у меня кадесит. Вон там. Дай интума. Рыба, есть у кого, кто не жадный? Дайте рыбу поставлю. Так, если есть. Ее самой нет. Ну и пофиг. Короче, первый психопанкс, потом Акма, потом я. Если меня убьет, то... Да у меня уже 80 штук. Кого? Штруделей этих набрал. Не, обмен кидаю. Так, первый и второй кто? Психопанкс, Акма и еще кто? Психопанкс, Акма и Хипобо. Бля, ты подожди, ты где вообще? А, Хип, нашел. Перекинь. Сейчас сделаю. Так. Психопанк. Я только на один это сделаю. На босса. Вот, отлично. Все, короче, псих поехал. А, Акма первый? Ну ладно, пофиг, давай Акма первый. Цирк приехал. Ну все, всем спасибо за рейд. Расходимся. А, дочки. Типа спулили, посмотрели и хватит. Лови. Потом перед разделением на 35% дайте по нему точечный стан паладина. Ну, вроде как это так работает. Заберите. Воу, мне некуда вести за вами. Вы кто дал стан, тот красавчик, потому что красиво было. Я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Дайте БР. Ой, фу. Короче, лестницу просто марш. Баф по ней накиньте. Святилище считалось неприступным, но до сих пор оно не подвергалось... Мушуль, прости тебя, только парашный крест получилось дать. Бафов нету у этих рейдов. Любой из ДК пулять. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Ну правильно, инициативу взял в свои руки. Один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атака... Бафую парашные кресты под заказ. На Новый год, на день рождения.
за 100 голд. Порадуйте своих родных, любимых, близких. Метка. Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой. Кто засейвил? Я вроде жив стоял, но стоял, не пидешь. Их нужно остановить. Я сейчас не понимаю, как на том боссе типа работает стан, типа, в чем прикол вообще? Станешь, а он не откидывает. Потому что ты до каста станешь, или во время каста ты это прерываешь? Я по-любому уверен, это не должно так работать. Нет, это ничего не должен станеться. Вот. Такая лазеечка. Смотрим меточки. Сейчас станет. Когда он это кастует, там, не знаю, сквернение, например. Сейчас станет, что переходки не будет. Сейчас будет стоять всем прикольно, нихуя не делать. Ничего вообще не появляет. Стоишь, бьешь, лун забираешь. Короче, давайте побежали. Я буду справа, псих будешь слева, атма на боссе. Там мамонта поставили? А, вот вижу. Спасибо. Пошутил, если что, у меня реги были. Атма, пуляй. Что придется прикончить вас. Во сколько это этот Гера стоит? 19? Слуги. Нормально. Успеем, думаю. Я пока не могу прочитать это заклинание. Как вам идейка пойти 6.2 плюс в норму? Зарагануть быстренько все. Без вагонов. Ну, я не против. На смысл тогда задаете вообще. Саня, я плюсую, у меня все 6.3 плюс, не фо. Ну просто хотя бы ДПС затестить, что-то давненько не были там флугерными. Тупо кто может, заходит на бисчаров там, ну кто хорошо дамажит. Смысл такой вот. То есть мне не идти, да? А ЕП получите на твинка, на которого надо. Вот ты хилом. А у вас он не берется человек 5 проноситься. 5 человек, еще он баф, да? Мишка какой-то. Ух ты. Ну посмотрим сейчас. Типа, все равно пару вагонов, я думаю, будет. Просто есть те, у кого нету бесовых чаров. Пару вагонов. Так это ясно, понятно, там даже не пара будет. Извините, пожалуйста. Ничего страшного в этом не будет. Ну, блядь, не 15 минут больше проносить. Чё-чё-чё? Боб, я прослушал, а что за замуты вы собираетесь делать? Они, ну, голубые замуты. Да, что-то там анонировать друг другу собирается. Всё, короче, не вмешивайся даже в это. Голубые там, короче, всем привет. Стоп, вот оно. По пати. Сейчас ДКшку обратно кину. Кому из ДК удобнее эти мутанты? У вас что тут? Без разницы. Без разницы, да? Значит, давай так. Первая, вторая — это свет. Третья, четвертая — это тьма. В пятой пати хант будешь свету. По хилам. Пейпер соло хилит свет. Никон и Ноам тьму, Войд ШП. Во тьме, наверное, будешь ШПшкой. Окей? Все. Так, по диспелам. Пейпер, ну ты и диспелишь, и хилишь, или тебе дать кого-то? Я первую третью по диспелю. Первую третью фазу имеется в виду? Я просто не знаю, что не хочу. Ну, понятно. На второй-то ты остаешься здесь. Так,
Тьму кто может? Дерево, шаман. Кто-то из вас. Оба могут. Но хотя бы. Понятно, кто умеет. Умеет кто оба хочет. Тоже. Давайте быстрее, дерево, шаман. Плюс, кто первый поставит, тут спалит. Могу, дерево легче. Дерево умеешь? Не затупишь? Все, дерево диспелишь. Так, я все сказал, бафы сказал. Поехали, чек. Пожалуйста. Кого? Инту крест. Инту крест по паладинам. Маша, последняя галочка, давай. Сейчас. Так, крест на тебе есть, инта есть. Готово? Сейчас, секунду. Тебя крест не спадал, если что. Я слежу за тобой. Готово. Давай, псих поехал. Что, начинать, что ли? Да-да, психопанк, начинай. Ой, блин. А, нет, нет, нормально. Босс, отойдите подальше, не забывайте. Никон. Перебежали. Акмометка. Спальте. Давайте переводим. Скаф. 3, 2. Заходим. Надо на себя. Ну, как стоял, как стоит. Поставь. Изначально в центре стоит, надо его двигать. Элтер, хвосту, хвосту. Так вы резкий ГП получают, если что. Ну да. Они, видишь, собычки носят голову в небо, и вот собычки привыкают. Ходят в геру и получают. Ну ща, я попробую покомандовать, куда нести. Может, там вот. Я, блин, сейчас в обычке будем носить, как в гере выстраивать. Хвосту неси, хвосту. ТГП будем сейчас получать, как в гере. Так с процентами не забудьте, плиз. 2%. Обычно из рейда просто выбегаете, сам дисплелись и обратно в рейд. Да, похоже, там стенки есть. Стопу. Выходим, первая, вторая. Вот это да. Лир, хвосту, хвосту. А нет, наоборот, чуть-чуть наперед. Что-то пофиг было тут, обычка, но ладно. Вот, запрыгивай, наверное, свет, что мы передамаживаем. Ну, будет 30 пыль. Восьмой Гера. Кто-нибудь может меня перенести в РК туда, в Биджарио, но я с телефона не могу это сделать.
Да, сейчас. Спасибо, Вайт. Ну не за что, брат. А куда ты его придешь? Ща я его тащу. Ты как учишь? Нормально. 3, 2, 1. Марш, Грац. Науч, кожа. Агила. Ну и теперь заходим, кому лут не нужен. Ну да, ретрик там. Что-нибудь не ролит? Тебе нужна анимация?